Хорошая музыка, не правда ли? Всем привет, с вами Прием. Кто мог уже догадаться по музыке, кто играл в то время? Это музыка из Черного храма. Недаром видео названо «Возвращение Черного храма». Это не новое дополнение, это не новое обновление, учтите это. Произошел небольшой вброс инфы касательно обновления 7.2.5, и стало известно о том, что будет введен Черный храм в режиме путешествия во времени. Вы прекрасно знаете этот режим, вы прекрасно его покоряете, вы получаете идеальные за это дело награды. Итак, бонус путешествия во времени по подземельям. Скорее всего, он как-то дополнится и станет по рейдам в определенную неделю. Возможно, он будет запущен вместе с подземельями Burning Crusade. Но очень хочется на самом деле это увидеть и посмотреть, как все это дело будет реализовано. Сейчас из путешествия во времени мы имеем такое дело, что одеваются легендарки того времени или одеваются вещи с наилучшими для вашего класса статами, скажем так, и идет покорение и прохождение этих инстов в относительно быстром режиме. Если же Черный храм будет реализован идеально сложно, это будет просто идеально. К тому же этот рейд будет на 30 человек. То есть, ну, можно сказать то, что, как сейчас мы видим в нормальных и героических сложностях текущих рейдов. Итак, чтобы вам еще такого интересного рассказать по поводу своих мыслей. Ждем, ждем, на самом деле. Это все будет 7.2.5. 7.2.5 это, скорее всего, выход гробницы Саргероса. А гробница Саргероса, скорее всего, это 14 июня. Я думаю, как-то так это дело будет. Да. А может и нет. Это не точно. Вот, на самом деле все это дело будет видно. Все это дело посмотрим. Когда запустят патч 7.2.5, я думаю, будет намного больше информации по поводу этого. Особенно, когда его запустят на тестовых игровых мирах, которые, наверное, когда-то относительно скоро уже откроют. Всех вам благ, счастья, здоровья. Если же у вас есть какие-то мысли по поводу этого, то обязательно пишите. Ну, самое главное, если будете что-то где-то доказывать свое мнение в комментариях, да и вообще в интернете. Ну, без мата, типа, окей, да? Ну, вы поняли, в общем, меня. Легендарок вам побольше. И всего самого наилучшего. До скорого.